Всех приветствую на канале Петров Тверской. И у нас сегодня презентация альбома группы «Росвиталис Вознесение», который вышел 20 лет назад, юбилей, соответственно. И у нас гости, естественно, Иван Размаинский из Санкт-Петербурга, группа «Росвиталис». Привет, Иван. Иван Размаинский здесь, да. Привет. И... добрый вечер. И гость из Москвы Юрий Марушкин, художник-теолог. Юрий, привет. Приветствую, да, всех. Вот. И дальше, в общем-то, со всеми подробностями, естественно, я передаю слово Ивану, он и о том, как проект начинался, об альбоме расскажет, а Юрий, как собеседник, опять же, слушатель и поклонник и музыкального творчества, и сложного, ну, в общем, слово им обоим, ну, сперва, конечно, Ивану. Иван, пожалуйста. Еще раз добрый вечер, всем здравствуйте. Значит, сразу хочу две оговорки сделать, да, значит, альбом называется официально «L'Ascensione». Это «Вознесение» по-итальянски. Ну, как-то получалось так, что проект «Росвиталис» был с самого начала ориентирован на международную аудиторию, а само слово «Росвиталис» – это неправильно написанное выражение по латыни, раз оживотворяющее. Поэтому первый альбом группы, первый альбом проекта назывался, тоже, наверное, не случайно, по-итальянски. Теперь большая часть альбома была действительно написана 20 лет назад, но вышел он уже не в 2001, а в 2002 году. Так что если быть совсем уже так занудно точным, то ему не, все-таки не 20 лет, а 19 лет. Ну, все равно взрослый, в 2002 году. Ну да, ну то есть, по сути, все эти, практически все вещи были придуманы именно в 2001 году. Но обычно в сложной рок-музыке, как правило, время между появлением идеи и ее финальной реализацией обычно велико, проходит много времени, поэтому вот, хотя сама идея альбома возникла в 2001 году, 20 лет назад, но конкретное конечное воплощение это уже 2002 год. Mm-hmm. Значит, ну, проект «Росвиталис», он, с одной стороны, задумывался как идея продолжить в 21 веке продолжить развить творческое наследие великих прогрессивных групп прошлого, групп прогрессивного рока, как King Crimson, Gentle Giant, Yes и так далее. Но, с другой стороны, проект был и остается ориентированным на духовное измерение человеческой жизни, и многие образы, многие концептуальные идеи были вдохновлены христианством. И вот концепция первого альбома – это идея восхождения. Концепция восхождения. Но здесь речь идет не столько о событии, описанном в Евангелии, сколько как бы о духовном восхождении, о потенциальном вознесении отдельных людей. И, собственно, все содержание альбома, там всего, значит, 8 треков, которые длятся в совокупности 1 час, это о различных случаях духовного восхождения, падения и снова восхождения. Ну, не случайно первые и последние треки носят под заголовок «L'Ascensione 1», «L'Ascensione 2». Mm-hmm. Первая вещь альбома называется «Тот, кто несет бремя риска». И здесь некий ее смысл в том, что какие-то очень ценные вещи в жизни, они не обретаются с легкостью. То есть всегда или практически всегда, если ты делаешь что-то стоящее, что-то важное, тебе приходится чем-то рисковать. Не обязательно жизнью или своим здоровьем, но, может быть, репутацией, насмешками в глазах общественного мнения и так далее, и так далее, и так далее. Само это произведение, как бы оно отражает некое духовное борение, напряжение, как многие произведения «Росвиталис». Но заканчивается как бы таким просветлением, как бы, и таким улетом вверх, как бы, да, такое вот первое восхождение. Дальше второе произведение, возможно, одно из самых значимых в альбоме, называется «С небес на землю», там в скобках содержится конкретно цитата. Евангелие от Марка, 9 глава, с 5 по 18 стих. Это как раз вот описывается, когда Христос и апостолы сошли с горы и после преображения Христа и столкнулись с человеком, сыном которого бесновался, и никто его не мог вылечить. И там дальше по тексту Евангелия Христос исцеляет сына этого человека, но
18 стих, как раз он это стих, где констатируется, что вот проблема является очень острой, скажем так. А присяга в третьей речь не идет. И начало этой композиции «С небес на землю», оно характеризуется такими небесными хорами, которые по замыслу должны отражать как бы вот пребывание человека на небе, в раю, там душа поет и радуется. А дальше как бы описывается нисхождение, и концовка композиция очень мрачная, тяжелая, жесткая. Там, внимательно слушали, может быть, уловит даже элементы такого стиля, как doom metal. Следующая вещь называется «Неочищенное вещество души». Это название стихотворения, которое написал вместе с поэтом и музыкантом Владимиром Поляковым. Через некоторое время, уже в конкретном воплощении, он станет фронтменом группы, который будет читать тексты и свои, и чужие под музыку. Вот. Тогда, в 2001-2002 и чуть-чуть позже годах, он записывал какие-то клавишные партии и вот придумывал стихи. На самом деле, вот этот альбом один из немногих, где есть какие-то тексты, потому что большая часть творчества результата – это полностью инструментальная музыка, но здесь тексты есть. И вот «The Unpurified Substance of a Soul» – «Очищенное вещество души». Вот как раз композиция, навеянная, в общем, образами, придуманными Владимиром Поляковым, и как бы она отражает вот как бы тяжесть, с которой сталкивается душа творческого человека. Это может быть и тяжесть там греха, и тяжесть каких-то сомнений, и тяжесть, связанная с испытаниями, с которыми сталкивается человек, и так далее. Следующее произведение названо так очень длинно: «Через спираль тщеславия к размышлениям о упадке потухшей суперзвезды». И здесь тоже есть некий образ восхождения, а потом нисхождение. Какая-то идея в том, что попытка добиться успеха через тщеславие, через дешевую славу, она, как правило, оборачивается неудачей. Следующее произведение, которое идет под номером 5, да, «Dreamy Memories», «Мечтательные воспоминания», просто такая небольшая зарисовка, как бы воспоминания о прошлом. Следующее произведение называется «Ascension Dream», и в этом произведении проходит как вот эта вот тема, лейтмотив вознесения, восхождения, которое звучало уже в первом треке. «Ascension Dream» – это произведение, единственное произведение из этого альбома, которое стало потом жить независимой жизнью. Позднее я его немножко упростил, даже немножко сильно. Вот здесь оно идет почти 13 минут в альбоме «Лошенсёня», а потом оно сократилось где-то до 4-4,5 минутного формата. А есть даже версия, где группа играет за 3,5 минуты. И когда у группы «Розетайз» появилось концертное воплощение, это случилось позже. Вещь «Ascension Dream» в таком укороченном, упрощенном варианте стала частью концертного выступления, и на сегодня это самая старая вещь группы, наверное, которую группа исполняет живьем. «Ascension Dream». Мечта о восхождении, да, то здесь о чем идет речь? О том, что у каждого человека есть некая мечта о том, чтобы стать лучше, чтобы реализовать себя творчески, в конце концов, чтобы приблизиться к Богу, и хорошо, когда человек направляет свою энергию, свои силы на воплощение жизни этой мечты. Если это получается, то такой человек окажется вознагражденным. Не обязательно материально, но духовно. Ну вот в том варианте, который присутствует в этом альбоме, человек, пытаясь воплотить в жизнь свою мечту, проходит через множество испытаний, через такой даже мрак, в общем. Вот. Ну а более поздняя версия этого произведения, кстати, это произведение, оно есть на альбоме «Лавура Дамора», о котором мы вкратце как-то говорили в одной из передач твоих, да? В альбоме «Лавура Дамора» это произведение тоже есть, но оно длится там в 3 раза меньше, и там как раз вот таких мрачных аспектов нету, да? Зато оно звучит так более задорно. Далее еще одно произведение называется, еще одно короткое произведение, которое называется «Перед началом пути». Это единственное произведение за всю историю «Розетайз», которое написал мой приятель Василий Расков. Он тогда входил в студийное воплощение группы, но
потом он занялся другими вещами, но вот здесь его вклад присутствует. Перед началом пути, before the outset of the way. И последнее произведение называется Repentance, покаяние, и под заголовок Лошенсёни, часть 2. Но вот здесь такая предлагается трактовка, да, что покаяние – это как раз способ вознесения и восхождения для творческого человека. То есть если человек занимается покаянием, а покаяние исходит от метаноя, перемены ума, да, человек как бы освобождается от всего лишнего, ненужного, греховного в себе. И это дает ему возможность как бы стать легче в духовном плане, как бы возвыситься над обыденностью. И вот в этом произведении, это возвышение обыденности, оно описывается от начала произведения, агрессивно и мрачно, а к концу как бы идет такое облегчение, просветление, возвышение. Ну вот если так вкратце рассказать как бы о содержании альбома, вот примерно вот, что-то вот такое получается. Тогда небольшую ремарочку для зрителей. Собственно, обложка альбома на экране слева. Я думаю, мы о ней еще поговорим в конце. А сейчас, я думаю, конечно же, Юрию слово. Он и музыку уже слушал. И сейчас, вот, собственно, от Ивана комментарий, как говорится. Пожалуйста, Юрий. Ну, в общем, я насчет музыки не очень... Ну, как говорится, я художник. И, в общем-то, не очень в музыкальных делах разбираюсь. Но вот почему-то, когда слушаю вот этот вот диск от Ивана, у меня почему-то вот... клавиши, вот когда идут ваши, у меня почему-то все время идет воспоминание об Emerson, Lake & Palmer. Я не знаю, слышали вы эту группу или нет, это ну, очень они, достаточно. Они повлияли как бы на меня, и вообще, если посмотреть, что говорят российские музыканты, которые играют прогрессивный рок, то они называют Эмерсона и Палмер, особенно Эмерсона, как одно из главных влияний. Ну и глупо было бы отрицать, что на меня это влияние не было оказано. Да, это нет, влияние просто... как бы, да, ну, если, там, было. Нет, я имею в виду, здесь даже не во влиянии дело, не такое. А вот именно звучание клавиш, вот эта агрессивность его. То есть здесь даже, мне кажется, не влияние. Ну, наверное, есть... Есть немножко. А вообще, вот, честно говоря, я вот, вот сейчас вот слушал тебя, что вот здесь, ну, когда ты объяснял диск, я немножечко все-таки немножко его, вот прям вот немножко не так вот себе представлял вообще этот диск. Я имею в виду для себя. Это нормально. Вот. Это нормально. В принципе, да, то, что он, я вот это понял, но вот мне то, что это название само, оно ведь двоякое, оно и вознесение, и восхождение в гору. Это, да, в принципе, совершенно разные вещи. То есть, и тут вот, ну, вот для меня вот получилось «С неба на землю», например, вот даже если с прочтения Марка, то там получается как раз первая часть, там получается как восхождение. То есть, вот, ну, как ты правильно объяснял, вот это вот описывается... Я понял, вот, ну, как говорится, если не возражаете, а свое просто немножечко скажу. Ну, конечно, ради этого мы и собрались что, здесь. Да, да. То, что, когда, мне кажется, вот эта вот вещь начинается тогда, когда апостолы просыпаются и видят Христа вместе с Моисеем и с Илией. А потом уже вот, то есть ихнее вот это вот. И потом уже вот так же, вот как они вот это все внесение, тут еще есть... Момент вот этот вот последок, вот мне кажется, очень хорошо именно в последних где-то, вот когда он их ругает, что как вы меня надоели, что вы ничего не можете без меня. Вот то есть тут вот можно толковать вот в этом смысле, именно чисто вот это. А в другом смысле, что в общем-то человек немножечко очень часто как бы он ну, не может что-то сделать, и все равно вот надо делать, но... пытается сделать. Вот у меня вот немножко вот такое вот. Ну, это как возможно это... вполне, да. Вот. И вот через это вот уже вот сон, вот это вот, кстати, dream, там можно же перевести не как мечта вознесения, а еще и как сон вознесения. Можно, можно. Переводится. Да. И вот если его вот, ну, это мое личное такое вот, если его переводить как сон вознесения, то есть такое, в христианстве есть
такое, когда человек начинает вспоминать места из Библии, то есть он имитирует, как будто это, ну, визуализирует вот эти вот места из Библии, то есть это как будто все вот во сне. И то есть тут очень тяжело, то есть нормальное состояние в этом месте, либо человек добивается полного вот этого вознесения, либо это остается только сном. То есть вот тут такой вот, я не знаю, может быть, я не прав, конечно. То есть тут двойной такой какой-то вот значение для меня в этом случае. Я не знаю, прав я или нет. Дело в том, что творчество Розы Тайс, оно такое многозначное, да, то есть здесь нет такой плакатности, то есть здесь это все допускает разнообразные трактовки, это нормально. То, как вы это восприняли, так можно воспринимать вполне. Вот, ну и покаяние, это вот мне как раз тоже там, тоже вот немножечко, как вот вы сказали, каждый человек пытается подняться над собою, исправляя свои ошибки. Вот типа вот, ну, это вот мое личное вот такое восприятие. Но вот тут я вот хочу сказать, тут очень интересный такой эффект получается. Вот именно вот в этой вот вещи в покаянии начало, как это, мне кажется, вот где-то на, ну, звучание происходит как. Сейчас скажу, как это. Ну вот, как все музыка, вот, которая была 17 век, вот где-то вот такой вот, и тоже европейское такое звучание, вот с органом. А? Барочное, и, имеете в виду? Да, нет, не барочное даже. Мне кажется, в принципе, да, Бах у нас это все-таки барокко считается. Медиевал, может быть, медиевал. Да. Вот. И в то же время потом оно сходит на такое звучание церковно-славянское. Вот есть что-то такое. Ну, возможно, очень, да. Очень интересный такой вот переход. То есть вот тут трудно. То ли он в начале вот это вознесение, потом уходит. То ли наоборот. То есть вот тут такой вот... разно, то есть где конец, где начало, она как будто закольцована. Вот, она фактически, вот эта вещь, она закольцована. То есть начало и конец. Угу. То есть как любая, как жизнь и так далее. Это вот есть вот это вот кольцо. Но это вот мое такое небольшое такое восприятие, я не знаю, может быть, нельзя, не хотите со мной соглашаться. Нет, я бы сказал, что я считаю это все как бы оправданно и допустимо. Это вполне как раз хорошо, в общем. Так можно считать, как вы писали. Вот. А вообще, конечно, вот, мне кажется, здорово сделано. В принципе, ну, музыка, и вот именно все построение альбома. Вот мне почему-то, знаете, честно говоря, вот я иногда люблю визуализировать музыку. То есть вот два варианта. Или про что она, или где ее можно играть. То есть, вот, ну, представляете, да? Угу. То есть, вот, где бы эта музыка себя бы очень хорошо бы вот со всем вместе. И вот почему-то, честно говоря, у меня возникают, ну, так вот, храм Святого Петра в Риме. Вот это... представьте себе. Вот такие уже большие прямо... объемы. Угу. Может быть, вот, это вот, мне кажется, может быть, немножечко... чисто такой петербургский, вот эти большие объемы. Мы, как говорится, в Москве немножечко все это поменьше. И вот такую вещь, например, вот в объеме небольшом, как вот любая, ну, я просто вот сейчас, как говорится, будем типа храма, как церковь любая русская, она вон, эта музыка будет теряться как-то вот. Ну, в общем, короче, она не будет там. А вот именно в большом объеме. Угу. То есть вот так ее там во многих местах напористость, переход очень интересный. Там вот у меня очень нравятся переходы с клавиш, например, там клавишные, когда тут даже иногда просто думаешь, а что это звучит? Именно фортепиано или что-то еще? То есть вот очень интересные вещи такие двоякие. То есть везде вот во всей музыке какое-то двойное
прочтение происходит. То есть как инструменты, как голос, то есть непонятно, где кончается голос, где начинаются инструменты. Даже в некоторых местах, даже, в общем-то, до сих пор не могу понять, это там был голос или там какой-то инструмент был. Это вообще очень шикарно. Ну, то есть интересно вот такие вещи. То есть вот такая, такая двоякая музыка, но очень мощная и объемная. То есть вот... Ну, интересное мнение, да, спасибо. Вот. То есть я вот слушал, вот так, в принципе, вот не знаю, понравится вам такая идея. Вообще, в принципе, вот на, не на этом именно материале, а вот на такого типа материала можно, в общем-то, я не знаю, делать что-то такое по Библии, как вот делали европейские. Ну, возможно, есть, да. Вот, сделать такую вот именно с голосами, вот если такая возможность есть. Там вот в некоторые места, вот там у вас, если честно говоря, просто вот хор хочется. Ну, хор, чтобы записать, сделать это больше и денежные, и кадровые, и временные затраты. Ну, так было бы, конечно, интересно. Ну, да, конечно, вот. Надеюсь, еще хор, который согласится это все спеть. Чего-то типа «Страсти по Матвею». Вот такого вот объема вот эти вот сделать. Мне кажется, вы вполне вот с этой музыкой, с этим объемом, ну вот с этой музыкой такой объемный, вполне это, в общем-то, вообще шикарно было бы. Ну и устроить презентацию, собственно, в том самом соборе. А сцену украсть картинами Юрия... Ну, пару моих, наверное, можно тоже. Я бы с интересом бы эту возможность рассмотрел, если бы она появилась. Скажем так. Ага. Вот вопрос по поводу обложки. В общем-то, ну, она, конечно, достаточно минималистичная. И, по сути, в общем-то, логотип. Сейчас, я так понимаю, другой логотип у группы. Ну, так как не только другую, а просто эти логотипы друг друга не исключают, как бы, да, то есть ага. Сколько есть якорем тут остается, да, но угу. Немножко поменялось что-то, да. Как бы разные варианты одного и того же, да, бренда, скажем так, одного и того же проекта. Угу. Так, Юрий, ну, вот здесь вот знак, треугольника вверху, он как бы как раз символизирует некое восхождение, как бы. Ну и голубой цвет как бы такой чистоты, непорочности, как бы. Вот как-то так, наверное, можно так прокомментировать. Вот опять же к Юрию вопрос, просто надо было мне, конечно, не отправил я картинку, но в общем логотип... Нет, я ее помню, я ее видел. Ага. Ну я же видел, я же слушал этот альбом, видел. А, точно. Ну я имею в виду картинку. Крест... Вполне... Крест с якорем, это же, ну, как-то тоже ведь можно что-то об этом сказать. Слушайте, ну там столько всевозможных значений, ага. То есть это есть такой, я не знаю, вот, кстати, вот очень интересно, некоторые даже этого было, ну это не неправильное немножко значение, считают, что это победа христианства над мусульманством. Это что появился он во время взятия Казани Иваном Грозным. Он появился, ну, намного раньше. Да нет, конечно, он намного раньше, потому что полумесяц это, во-первых, это как его, царский дом Константинопольский, то есть тут очень много всяких значений. Ну, вот, собственно, это интересно услышать. Да? Это. То есть есть, да, версия, как вот был логотип, это понятно, все разлетались, и, собственно, вот опять же мнение специалиста вот именно по этому вопросу. Не, ну есть еще, я по-моему рассказывал, что еще такое дохристианское толкование, да, что крест – знак солнца, а полумесяц – знак луны. И, соответственно, все вместе – это как бы знак неких полноты жизни. Как бы. Ну, правильно. А вот, кстати, Константинопольский – это приблизительно то же самое. Полумесяц – это знак Константинопольского царственного дома, а, mm-hmm. Ну, а крест – это знак Христа. То есть объединение царского дома с христианством. Ну, с светской духовной властью. Вот. Ну, да, 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 да. Ну там, в принципе, она и была, как говорится, то, что называется Цезарь Попий. Так он и был. В общем.
Вот. А я уже как вот в прошлом эфире говорил, я когда увидел, то есть у меня, ну, крест, якорь, понятно, Питер, то есть я вообще буквально вот так, это утилитарно, может быть, несколько воспринял. Ну, так тоже можно понимать. По-моему, тоже шикарно, что питерская группа. Да, да, да. То есть тоже соединение, тоже все прекрасно, тем более... Эти, на островах колоннах, по-моему, там как раз эти с якорями, по-моему, да, висят, я не помню, вот, честно. Носы кораблей на островах в Питере. На колоннах, там, по-моему, тоже с якорями не висят. Не уверен, может быть. Я что-то, честно говоря, тоже не очень хорошо помню. Может быть, не берусь утверждать сейчас. Так, ну что, еще есть какие-то моменты, или уже мы... финалу подходим. Не, ну здесь мне еще хочется сказать, да, что здесь, если брать звук альбома, да, то он, конечно, очень далек от идеалов, да. И я знаю многих любителей прогрока, которые вот именно этот альбом, как вообще раннее творчество Розетас, не признают, потому что звучание очень такое синтетическое и пластмассовое. Здесь нет живого хаммонд-органа, здесь нет живого рояля или даже пианино. Здесь, в общем, такие пластмассовые тембры, здесь нет электрической гитары, здесь барабаны запрограммированы, и звук тоже получился очень такой картонный, пластмассовый. Так что вот те люди, которые любят классический прогрессивный рок именно из-за вот такой вот аналоговости, жирноты звука, здесь будут крайне разочарованы. Я хочу сразу об этом сказать, вот, но надеюсь, что и композиционные идеи, и какое-то духовное содержание, духовность этого альбома может вот в какой-то степени компенсировать вот эти недостатки малобюджетности звучания. Mm-hmm. Поэтому если вот... вас эта малобюджетность и синтетическое звучание не отпугивает, то и вы этот альбом еще не слышали, то, может быть, вы откроете в нем что-то новое. Ну, второй трек вообще шикарный. И так получилось, что я именно с него начал слушать. И, в общем-то, вот. Ну, то есть меня сразу это впечатлило, а то, что, ну, там звук, еще что-то, есть культурологический, в конце концов, определенный момент, он тоже достаточно важен, как говорится. То есть все, я это вот лично прочувствовал. Вот Юрий что-то хотел просто сказать. Просто, да, и на тот момент не было иных финансовых и технических возможностей сделать этот альбом как бы вот ближе, скажем так, к современным стандартам и к стандартам 70-х. Вот. Делалось это исходя из тех ресурсов, которые имеются. Как бы и вообще рок, и прогрессивный рок – это искусство возможного. Угу. Вот я использовал те возможности, которые на тот момент были. Я просто немножко слушал его, вот там же ведь, когда вот слушаешь, как вот с вашего сайта, ну, сайта, вот, на котором он выложен, там, насколько я знаю, он же, когда ты просто слушаешь, у них убивается звук. Там не настолько он хорош. Я просто, честно говоря, думал, что там просто немножко убитый звук. Во время, нет, вот, когда... Вы можете сравнить со современными записями. Современные записи в наши последние альбомы синтеза звучат, конечно, лучше. Так что здесь, может быть, дело не в том, что на сайте не так звучит. Если это Bandcamp, то там звучание как раз хорошее. Нет, здесь именно просто, ну, вот, само качество звучания, как качество записи, качество сведения, оно далеко от идеала, но вот по многим причинам. Я делал это практически один. Не было профессионального звукоинженера, не было профессиональной студии, не было профессионального оборудования, не было опыта. То есть вот поэтому здесь именно звучание мы можем найти серьезные недостатки. Вот, но, повторяю, я надеюсь, что композиционные идеи и духовные измерения этого альбома, они могут это как-то компенсировать. Ну, и все, Иван, да, Юрий, пожалуйста, я продолжу. Я просто хоть немножечко не относящись к этому, хотел Иван еще, да, раньше спросить. А вот диск итальянский, который Декамерон, 10 дней, 10 новелл. Да. Вот там 4 диска, у вас же там ведь тоже ведь вы есть. Только на одном из сборников, на одном диске. Да, на третьем, по-моему. Да. Если Декамерон, то на первом. Мы участвовали в двух как бы сборах. Один это был... Данте, да, божественная комедия, а другой Декамерон, Боккаччо. И вот Данте мы были, по-моему, на третьем диске, а Декамерон на первом. Нет, наоборот, по-моему, Декамерон на третьем. Нет, третьем Декамерон, да. Я Данте не слышал, я Декамерон просто, я совершенно случайно встретил этот диск. Вот, на третьем, по-моему. Вот, поэтому, да. Вот я как раз там, по-моему,
вот если взять все группы, которые, то есть, ну, мне понравилось вот это и звучание ваше там, то есть это профессиональные где-то в студии, да, уже это запись? Ну, это записывалось 9-10 лет позднее, чем альбом «Лофенсионе». Да, там, ну, что-то я записал у себя дома, но у меня уже дома были лучшие условия, а там перкуссия, она, например, в студии писалась и выделалась профессиональное сведение, сводила Ольга Григорьева, звукоинженер. Так что там уже были условия намного лучше. И там уже деньги в это вкладывались какие-то. Там все было уже на другом уровне. Там и живая флейта, это там профессиональный, высокопрофессиональный перкуссионист. Кстати, вот как раз Юрий Хоманенко, с которым недавно тоже мы общались в прямом эфире, с Дмитрием, Дмитрий делал эфир про группу Fervent Pleasures. Вот раз Хоманенко участвовал в том треке на сборке Декамерон. Трек называется Eight Tale, восьмая история. Как раз одна из первых записей с Юрием Хоманенко. Вот, а Декамерон. Да, я бы тебя еще сравнил здесь именно, ну, художественное, как всегда, сравнение. То есть первый альбом, ну, у меня была первая выставка у Юрия, я думаю, тоже была. И, в общем-то, да, вот она и первая, и ух там. И, конечно же, не без шероховатости. И поэтому, ну, это нормально, это же всегда первое, ну, по-своему тоже классное. Вот. И у многих групп то же самое же, если брать первые альбомы, в общем-то, тоже иногда, может быть, чем-то там особо-то и не отличались, но всегда тоже по-своему классно. И тот же Black Sabbath взять первый альбом, очень интересный. Вот. А Led Zeppelin, ну, вообще, в общем-то, ну, опять же, вот эти такие вот шедевры. Поэтому все нормально, на самом деле. Ну, и плюс, опять же, помимо качества, важна атмосфера, здесь она есть, поэтому вообще абсолютно не вопрос. Мне кажется, здесь даже больше, чем нормально. Ну, в общем, да. То есть, если брать то, что все-таки не хватало техники, не в смысле техники, а в смысле технических средств. Если бы еще технические средства были, это было вообще бы убойно бы. Совсем. Да, и мы момент все-таки упускаем. Это все-таки, ну, не английская, не французская, немецкая или там американская группа, а в России-то вообще. А кто, собственно, что-то делал подобное? Больше нет никого. Ну, то есть, да, сейчас появляются группы, ну, вот уже в конце, там, 19-е, условно говоря, ну, 10-е годы, а до этого вовсе ничего не было. И когда я впервые, ну, я про Компашинази услышал, а потом я смотрю, это русские музыканты, я просто обалдел, думаю, ничего себе, ну, то есть, наконец-то кто-то что-то вообще классно делает это. Потому что, в общем-то, ну, там есть группы, у которых, то есть, там две гитары, и пусть даже, ну, замечательный текст, но это не музыка, это все-таки, ну, стихи там, пусть даже хорошие под гитару, а вот настоящие... Стихи через усиленную ритм-секцию, стихи усиленные гитары и ритм-секции, да. Вот. Так что вот такие вот. Ну, вот, наверное, пожалуй, мы подходим к концу нашего ролика. Сразу скажу, под этим роликом будут ссылки и на аккаунт Ивана Размаинского, и на аккаунт Юрия, и вы можете и с их творчеством познакомиться. Ну и, собственно, что касается Ивана, там будет Bandcamp на Розвиталис и другие его проекты, можно всю эту музыку послушать. Что касается Юрия, можно поглядеть все его картины, тоже очень, ну, мощные, синтетичные. Не случайно, вот, собственно, два человека здесь эти оказались, потому что очень, я лично для себя много вот улавливаю, что называется. И, может быть, даже однажды это еще во что-то выльется, или, может быть, будет обложка, значит, альбома там у Ивана с картиной Юрия. Может быть, опять же, даже здесь вот в ролике в каком-то мы будем про очередной альбом рассказывать, и можно будет, ну, серию картин просто показать. Ну, то есть сейчас это, допустим, мы не делаем, но в следующий раз почему нет это. Поэтому вот так вот. Ну и, конечно же, спасибо всем, кто досмотрел этот ролик до конца. Просьба максимальный перепост делать по возможности, оставлять комментарии под видео, они очень влияют, опять же, на показы. Вот. Ну и отдельное спасибо Юрию, что согласился на этот эфир. Отдельное спасибо Ивану. И я думаю, мы еще сделаем, разлетались обязательно ролики. И в апреле планируем, в общем-то, онлайн-концерт вот непосредственно. Ну, либо из квартиры Ивана, либо, может быть, еще из какого-то места. Ну, то есть вот такие вот планы. Ну вот, пожалуй, на этом все. Если кто-то что-то... И маленькая минутка рекламы, да, вот по поводу концертов. 27 февраля в Музее звука, также известный как ГЭС-21, запланирован концерт «Розвиталис» совместно с ансамблем The Legendary Flower Punk. Это будет первый концерт «Розвиталис» за 11 месяцев.
Вот. Вот из-за антиковидных ограничений и событий ковидных мы вот долго еще не выступали. И вот если ничего плохого не случится, то 27 февраля, вот первый за 11 месяцев, концерт разлетается. Так что если вы в Петербурге или недалеко от Петербурга, приходите. В субботу 27 февраля музей звука в 8 часов вечера. Вот. Если у кого-то художественная есть реклама, то самое то время, когда опять же ее рекламировать. Да. Нет сейчас выставок, Юрий? Нет. Ну, буду. Просто, ну, я сейчас просто, как говорится, на платных не хочется участвовать, да, в общем-то. И не считаю нужным, по большому счету. А что-то такое крупное, интересное, пока не вижу. Может быть, стоит здесь, вот опять же, вот буквально на ходу вот я сочиняю, я понимаю, что да, апрельский концерт онлайн, классно. Ну, а что мешает, собственно, украсить, опять же, вот, картинами? Это будет еще интереснее. Я подумаю, как это сделать, в общем-то, и думаю, что такое еще продолжение будет, собственно, вот этого проекта. Еще раз всем счастливо. Заходим, значит, и на мой счастливо. Канал, естественно. Чао! Да, и да, слушаем Ивана. Счастливо! Да, и все, пока-пока. И вот вам еще напоследок, конечно, красивую картиночку с логотипом «Розвиталис».